see you move to the beat of the drum. This that tune that I know you wanna hum. Set it off right, make a man go Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка. И мы с вами уже записываем четвертое видео по обзору по пулеметам. И это итоговое видео. Здесь будет именно информация. И начнем мы с вами с первого, так сказать. Ну, в принципе, под каждым роликом, который был уже до этого был выпущен, я там в описании описывал, по каким критериям я как бы оцениваю. Опять же, это лично мое мнение, но... Так, начнем с... Значит, вот я уже удалил те ненужные, так сказать, автоматы, которые заняли второе место в своей группе и просто мешались. Поэтому у нас осталось PZ-36DS DSPR. Сразу скажу, как я их оценивал. Значит, оценивал по трехбалльной шкале. Первое – это убойность, второе – это магазин, третье – скорострельность. Соревновался он с AT-FOG 2. Значит, AT-FOG 2, первая за убойность 244,2, получил 1 балл. За магазин 30, получил 0 баллов. За скорострельность 385, получил 0 баллов. Итог 1 балл. PZ-36DS DSPR. Убойность 162,8, 0 баллов. Магазин 51 балл. И скорострельность 521 балл. Итого 2 балла. И предпочтение получает именно PZ-36DS DSPR за магазин и скорострельность. Ну просто тридцатник, 30 магазин — это совсем для пулемета вообще не айс, поэтому был удален. Так, следующий у нас, это я оценивал Нага вторую и Моги 2. Вот он, Нага второй остался, значит, а Имоги 2 был продан. Имоги 2, значит, первая убойность 114, получил 1 балл, второе 70, магазин 0 баллов, и третья скорострельность 1 балл, итого 2 балла. Нага вторая, убойность 105,8, 0 баллов, магазин сотни 1 балл, и скорострельность тоже так же, как и Имоги 700, 1 балл, итого 2 балла. Но предпочтение вышло к Наге 2 за свой увеличенный магазин. Все-таки 70 и 100 разница есть, поэтому я отдал ему предпочтение. Так, и третье, это у нас соревновались Бакунава 2 и Джуя 2 или Гуя 2. Оставил Гую. Значит, Бакунава 2 за убойность 146,5, получил 1 балл. За магазин 1 балл. А, нет, 0 баллов. За магазин у него 60 был, 0 баллов. И третья за скорострельность тоже 540 у нее, 0 баллов. Итого 1 балл. А Гуя или Джи, вот это, убойность 122,1, 0 баллов. Магазин 60, 0 баллов. И скорострельность 680, 1 балл. Итого 1 балл. Знаю, в предыдущем, как бы я сказал, то, что там было тоже, в принципе, то же самое. 700, 1 балл и 700, в принципе, по 1 баллу они получили. Здесь я просто решил, что смысла нету. Потому что, как бы... А, ну какое предпочтение вышло здесь? Почему я предпочтение отдал Гуе? Потому что скорострельность и возможность увеличения магазина. Вот это акцентирую внимание, потому что здесь можно увеличить. Если его прокачать, то плюс 10 объем магазина, что лучше. Потому что там нельзя было этого сделать, и я его... Бакунаву продал. Поэтому, если у вас попадется что-то из этого, вы имейте в виду, что можно оставить и как бы попробовать им поиграть. Опять же, это как бы итог перед итогом, потому что я еще буду, сделаю еще три раза сыграю, три видео на арене серебро, и именно с этими пулеметами. И уже из этих видюшек я уже сделаю окончательный вариант, и останется, естественно, один, потому что, как видите, у меня ячеек немного, и смысла хранить нету. Вот так вот, вот такие вот пироги. Так, ладненько, на этом мы тогда и заканчиваем эту видюшку информационную, итоговую. И начнем сразу, наверное, писать в следующую уже видюшку на именно на серебро, на арену.
Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.